Привет, дорогие друзья, с вами Артём Киевский. Короче, мы сегодня с Серёжей идём куда? На футбол. На футбол. На Олимпийский, кстати. Сегодня играет наша киевская Динамо. Да? Да. С каким-то голимым Днепром. Да. Ну, без обиды. Что без обиды? Я же за Динамо. Ну да. Ну, короче, всё, увидимся там уже на Олимпийском. А ты еще бамбу там в карман засунул, понял? А что, бамбу в карман засунул? Хотя не надо это говорить тут. А мы его там катаем. Мне билет позвать. Мне тоже. А где что? Пойдем на концерт посмотрим или пойдем сядем? Не, давай сядем. Вот там вот вообще. Пошли по верху. Мы вот тут катаем все время. Помнишь, как к нам дичи пристали? Вот типа, нам втирали кепку. Косарь 200. Смотри, в венцах, типа, это венцы без задника. Вообще чисто ровно. Батя посвечивает в черном. Ага. Ага. Да. Жестко. Пишет, да? Да, пишет. Это сектор А. А нам куда? Если там А, то нам значит там Д. Вот помнишь, мы там смотрели, это Д? Это там было. Мы отсюда поехали туда. Нам туда. Нам туда. Подожди. Я петарду кину. Понравился, поставьте лайк, прокомментируйте, чтобы я знал, что делать. Все проблемы, вот я монтирую уже влог. Вот. Ну все. Если вам понравилось это видео, опять же ставьте лайк, комментируйте. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.